Здравствуйте, это канал Максимадзе. Вы долго этого ждали, и вот наконец-то это случилось. Сотый юбилейный выпуск модов на игру «Как достать соседа», которые присылают подписчики или просто гости канала. Чуть больше 2 лет у нас ушло на то, чтобы дойти до сотого выпуска, и вот мы наконец-то до него дошли. Сегодня не будет никаких новых модов, сегодня мы пройдемся по истории всей этой рубрики, с чего она начиналась. Посмотрим на какие на интересные моды, которые я снимал. Какие новогодние были. В общем, все самое интересное за эту рубрику посмотрим. И обсудим, как она будет сейчас идти. Ого, 43 тысячи просмотров, нифига себе. Я открыл плейлист. Но прежде чем мы начнем, немного поговорим про Social Media Life Production и про их ремастер. Вот этот ремастер, последняя, но вот эта вторая демка, последняя, которая самая вышла, где-то в ноябре 2020 года. С тех пор ничего больше не выходило. И новостей толком никаких практически не было. И теперь, если честно, я даже уже и не надеюсь на то, что они выкатят нам этот ремастер. Я уже не надеюсь на его выход. Может, он, конечно, и выйдет, но когда — неизвестно. Вот серьезно. Вообще неизвестно, когда он может выйти. Уже более 2 лет прошло с того момента, как вышла эта вторая демка, и больше ничего не выходило. А ведь некоторые до сих пор ждут его. Ну, и я предлагаю зайти к ним в группу и посмотреть, пишут ли они что-нибудь про этот ремастер сейчас. А вот, к сожалению, или к счастью, я попал в черный список вообще с другой страницы. Тут, короче, мне много подписчиков писали то, что они попадали в черный список, хотя они просто вошли в группу или просто комменты какой-то написали, вообще ничего не делали. Я, насколько понял, их добавляют в черный список они всех, кто является подписчиком канала Максимадзе. И вообще, вне зависимости от того, как они относятся к «Как достать соседа» и к этой группе, я решил, конечно же, это проверить. У меня есть 4 запасные странички, и вот я с одной из них просто взял, вступил в группу. И, конечно же, я так и знал, что так будет. Я ничего даже не писал, я просто вступил в группу. Конечно же, я улетел в черный список. Только из-за того, что я есть там в друзьях. Впрочем, мне даже кажется, что даже если бы я там не был в друзьях, все равно бы забанили. Ведь там в друзьях есть другая моя страничка. Короче говоря, вообще... Друзья, не рекомендую вам ждать этот ремастер. Я сомневаюсь о том, что он когда-то вообще выйдет. И вот помните, я говорил, что вот они собирали... Тут было, короче, у них в меню ящик для пожертвований, так называемый. Говорит, мы собираем деньги на движок для нашего ремастера. Я тоже, кстати, пожертвовал 100 рублей туда. Зря, я жалею об этом. И вот... Как видите, уже там 1015 или 14 собрали, все вроде. И ничего. Нафига это надо было? Я еще видео, которое в 2020 году выпускал. Там видео называется «Ремастер от Social Media Production. Стоит ли ждать?». Я там тоже говорил, что в ближайшее время не стоит. И я оказался прав. Абсолютно прав. Даже более чем прав я оказался насчет этого. И говорил там еще я там говорил, что вот так. Все это выглядит как кидаловский Kickstarter. Как будто они сейчас хотят собрать все эти деньги и просто свалить закат. И сказал, ну да, конечно, так на самом деле не будет. И тут я ошибся. Может быть, так и произойдет. Мы пожертвовали кучу денег, а они нифигашеньки ничего не выпустили. Выпустят ли когда-нибудь или нет? Это вопрос еще открытый, не знаю. Ну, я думаю, что если он выйдет, я все же его сниму. Все же то, что я видел в демках, довольно-таки интересно было. Ну ладно, давайте уже перейдем к этой рубрике, мы же о ней хотели разговаривать.
Ну и вот, с чего вообще началась эта рубрика? Вот на самом деле самый первый выпуск. Не вот этот, не под номером один, а вот этот. Когда соседа микс. Просто я вообще не планировал тогда такую рубрику создавать. Это просто увидел такой, говорят, самая лучшая модификация. Вот решил показать. Давайте посмотрим, когда она вышла. 9 июня 2020 года. Неплохо. 93 лайка и 3052 просмотра. 13 комментов. Жаль, что этот мод так не доделали. Да, я, кстати, разговаривал с создателем этого мода. Он сказал, что он просто устал. Как и многие другие, которые делают тоже подобные шикарные моды. О, да. Старая заставка канала. Погромче немного сделаем. Здравствуйте, дорогие друзья! Это канал Максим Мадзи. Давненько не было видео, и я что-то устал и решил немного отдохнуть. Короче, сегодня мы посмотрим на игру «Когда ты соседа Микс». Это модификация на игру «Когда ты соседа» 2003 года. И, как по мне, Ага. это самая лучшая модификация, по Самая крайней мере, за лучшая время по «Когда ты модификация. соседа». Таким Просто, вот кстати, прям всего 4 уровня, таким вот они прям он сказал. доработанные. И, насколько я помню, заброшенные. Заброшенная, да. Кстати, вот я не видел ни одного мода за эту рубрику. Такого же крутого, как Микс. Там был еще неудачный круиз, еще там другие были. Которые были полные. Они все когда-то забрасывались, и я ни одного полного не видел. Я вот вчера. А еще почти у всех них почему-то в меню играет музыка из «Как достать студента». Кстати, «Как достать студента», наверное, надо как-нибудь снять на канал. Вчера выдали мне Я ее аттестацию. проходил В полностью, школе кстати. 9 класс и закончил. Да, я еще тогда 9 класс заканчивал. Сейчас-то я уже на 3-м курсе в колледже, а тут я 9 класс заканчивал. Трое, конечно, больше всего. Трое, конечно, больше всего, да. Короче, о чем я вообще говорю-то? Короче, чем мы договорим тут? Это Давайте соседа моду же Микс, это смотреть. модификация, которая может Ну быть. тут я много болтал, конечно. Кстати, насчет Social Media Production. О, что я Вот тут эту говорю? модификацию они почему-то отказались публиковать в группе. А, Ну, я догадываюсь, да, я почему они, помню наверное, тоже, боятся слухи поднимал об этом. опозориться там или что. Впервые я об этом Не услышал от захотели, чтобы Пилплея. их модификации были хуже, чем какие-то другие. Блин, вот это прикольно сейчас было. Блин, как будто... Блин, вы, наверное, сейчас не понимаете, какой из этих двух Максимадзе говорит. Извиняюсь, Сэта. Дом мал, зато какой двор хороший, даже игровой автомат с игрушками есть. Да, действительно, они отказались публиковать эту модификацию в игру, потому что, ну, почему они не объяснили, но я предполагаю, что они не хотят публиковать в группе модификации, которые лучше, чем у них самих. Ням-ням-ням-ням-ням. Вот это я уже, кстати, не помню. Несколько конфет в рот запихивал. Ты вообще молодец, отлично постарался. Да, согласен, абсолютно. Было Да, вообще круто. вспомните этот задний фон. С 2019 по 2000, по январь 2021 он был постоянным, а сейчас только на стримах, либо в ночных выпусках. Посмотреть, какая была Ностальгиечка полная. небольшая у нас Да, тут, есть. конечно, недоработки свои есть, но это терпимо. Терпимо, да. Блин, мне интересно все это пересматривать на самом деле. Надо, короче, в ведро торт туда дать. Да. Я вот это даже Почему дом помню. соседа меняется все время? Да, дом соседа меняется, я У него этому не удивлен. несколько домов, что ли? Балкон какой-то. Тогда я еще, кстати, Или в комментариях, или можете в комментариях скинуть под видео. не Ну, в общем, оценивал на моды этом все. значками. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. С вас лайкос, подписывайтесь с меня, эпичные видосы. Подписывайтесь на мой запасной канал, а также группу Не стримовский, а запасной ВКонтакте. тогда Всем был. пока. О, да, эти старые титры, я их помню. Так, ладно, вот а вот и запасной канал. Ничего нету на нем. Я потерял к нему давным-давно доступ. Я не помню ни пароль, ни почту от него. К сожалению, на нем ничего не будет выходить. Вот бедала. Потом, по-моему, а нет, не, 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 даже не с этого рубрика это начиналось.
Вот выпуск, который вышел еще раньше. Этот, когда Соседа Хардкора я тут снимал, он вышел еще раньше, чем вот это. Он в 2019 вышел. Давайте-ка посмотрим. 50 лайков, 2195 просмотров. Да, та же самая заставка, она не меняется, хэллоуинская. Только здесь сейчас кадр полный. Эй-йоу, да, я когда-то полюбил так говорить, а потом уже решил, что лучше... О, старый этот, плашка. Шаблон, или как это называется. Да, я тогда конкурс проводил еще. Конкурс, правда, очень-очень слабенький. Всего-то каких-то 500 рублей разыгрывали. Я помню, там в каждом видео, в конце каждого видео, в декабре, по-моему, задавался вопрос. И зрители в комментах должны были на него ответить. Вопрос из трех вариантов ответа. И кто больше всего побед, так сказать, наберет, тот и получает этот приз. И, собственно говоря, получит. Да. Вот это соседи тыква. Короче. Меня тут не так хорошо слышно, как... Тут очень громкое, надо было делать тише, когда я это снимал. Музыка, кстати, из Марио, вот это. Она была в самых первых интро моего канала, но потом я от нее отказался, потому что на нее действовало авторское право. Сейчас, кстати, это про авторское право не действует. Наверное, недавно решила, что это слишком. Что, на каждую вообще мелодию из игры авторское право, что ли? Так что, видимо... Странно все это, короче. Вуди возвращается, я когда снимал. А, уже в 2020-м, после микса я это, по-моему, снимал, да, после микса. А, я тут про Шреда кое-что сказал, кстати, помню, да. Модификация хорошая, но недоработки свои есть. Ладно, хватит болтать, погнали. Где я тут сказал про него? Меня сейчас многие возненавидят. Который Шред Гейм Channel говорил. Шред Гейм Channel, я тут про него говорил. 3 года выходит только вторая серия. И после этого больше не было серии. Да, я тут говорил про Шреда, что он проходил когда Соседа 2, потом выпустил одну серию, и там всего-то сделал обзоры, и там один выпуск только сделал. И он там в конце сказал, соберите под вон тем роликом 200 лайков, и тогда выпущу вторую серию. 200 лайков очень медленно, конечно, но все-таки собрали. Но тем не менее, выпуск второй он так и не выпустил. Ну и неожиданно, потом уже, через какое-то время, второй выпуск все же вышел. Спустя 3 года после выхода первого. Ну и как вы можете догадаться, следующих выпусков уже не выходило. По хардкору вышла только одна серия. И мне кажется, больше не будет серии у него по когда соседа по этим играм. Последнее видео у нее там больше года назад, по-моему, вышло. Вообще, на самом-то деле, вот честно скажу, может быть, меня сейчас многие возненавидят и понаставят дизлайков. Фанаты Шреда самого. Так он абсолютно считает. Но про этого Шреда я могу сказать, что он... Точно. Вот серьезно. Люди пытаются поторопить его, напомнить... сказать ему, когда будет продолжение, не надо же так тянуть с играми. Да, они ему там даже вежливо стараются говорить. Он отвечает очень неадекватно на них. Уже далеко не первый раз мы это с вами обсуждаем. Ну, из-за того, что я эти слухи, так сказать, поднимал, потому что он со мной там грубо общался, даже в личку мне какого-то хрена писал. Типа, ты чё пишешь, ты меня задолбал. Потом как-то ввязался вообще не в тот разговор. Ну и, короче, он стал главным врагом моего канала, можно сказать. Так, дальше. Ничего интересного. А это когда я снимал? Ладно, давайте еще смотреть. Это тоже до выпуска, до начала этой рубрики было снято. Август 2020-го. С
Здравствуйте. Да, вот тут я лоханулся, камера растянулась случайно. Сегодня мы посмотрим на новую модификацию от Social Media Live Production. Как же я тут ошибся? Это не от них модификация. Они такого никогда бы не сделали, я думаю. Хардкор перезапуск. На русский. Переводим на русский. Ну да, этот мод непроходимый. Во всяком случае, я не знаю, как его пройти. Очень сложный. Но очень красивый. Очень красивый, вот реально. Это просто. Ну и вот обзор новой демки, конечно. Но, по-моему, уже после начала этой рубрики вышел. К сожалению, тут не было звука, потому что... Здесь не было звука, потому что я не знал, как... Здесь не было никакой возможности сделать громкость тише. Поэтому выключил. Но это я только потом узнал, что можно через микшер громкости выключить. Но тем не менее. Разозлить соседа Новый год. Это тоже отдельно, потому что это не мод, это игра на Android выходила. Там был только первый сезон, там было написано играть со включенным интернетом, чтобы вышло продолжение, которое так и не вышло. Полную версию выпустили уже другие разработчики, это THQ Nordic. Это когда у нас 28 декабря, это перезалив на удаленное видео, потому что тут авторские права были. Так, это не смотрим. Вот давайте наконец-то уже переходить к первому выпуску. Давайте посмотрим, что у нас тут интересно было. Я до сих пор помню, как мне этот чувак прислал этот мод. Я даже просил его поменять ник, потому что у него ник с матом был. Он попросил, вот смотри, я сделал мод, можешь снять, пожалуйста. И тут в комментах под ним пошли, ну раз уж такое пошел движ, давайте я тоже пришлю мод. Ну и таким образом зародилась эта рубрика, собственно. Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня мы с вами взглянем на один... Опа. Взглянем на один мод на игру «Когда сосед соседа», который сделал один подписчик, ну или просто гость канала. Мод это так себе. Тут была частичная попытка сделать похожую на консольную версию ее. Я играл уже в этот мод, и, ну понятно, я первый раз записывал. Да, я второй раз это записывал, потому что первый раз я записывал в бандикаме. Бандикам не записал ни звук, ни микрофон, потому что какого-то фига там сбились настройки. Сколько тут у нас просмотров? 4694 просмотра и 105 лайков. Неплохо, неплохо, неплохо. Давайте второй выпуск смотреть. Вот там довольно-таки интересный мод был. От Игоря Че уже подключился первый мод. А, еще и Эндрю Сэма тут рекламировал. Вот этот мод достаточно, достаточно интересным получился. Мод очень переделанный, называется он... Когда соседа 3... Потому что тут довольно-таки... Красивая, интересная локация, так сказать, переделана. Это какое воображение? Вы и так, наверное, играли же, когда соседа. Знаете, что произойдет, когда сосед уйдет? Блин. Да, интересно. Конечно, пиксели. Плохое качество, но довольно-таки привлекательно смотрится. Довольно-таки интересный мод. Какой-то мрачноватый дом вообще. А здесь вообще темно. О, да. Помню, как я записывал это. Да. 10187 просмотров, 230 лайков, очень хорошо. Вот неудачный круиз, тоже говорил, что вот мод такой, один из крутых модов, который, к сожалению, так и не вышел до конца. А, может Вантус вот сюда. Реально классный мод, с новыми пакостями. Худшие моды. О, да, помню, как я записывал его. Это одна из лучших серий всей этой рубрики, как утверждают фанаты. 22 748 просмотров, 503 лайка. Да, как будто он под спидами, мне кажется, сосед. А чё, это... Да, это... Можно, но тут это сосед и Вуди поменялись местами, идут... А, вообще... Офигенный вообще, где у меня просто нет слов. Почему свинья срет, обратно всасывает в себя говно, выходит, блин, заходит обратно в клетку, потом выходит, опять срет и так далее. Господи, говно какое-то, даже играть в это не расхотелось. Да, вообще круто. Но, наверное, самое крутое было вот здесь где-то.
Что за музыка? Да, ненавижу Дом 2. Ненавижу! И вырубаем сразу. Игра вылетела еще вот тут. Из хардкора, это понятно. То есть, тут одна пакость, интересно какая. Просто это мод, ну просто супер класс. 200 кличко из 1000 кентавров. Ладно. Чего, блин? Какой кличко, какие кентавры? Господи, че я говорил? Так, ну и вот тут довольно-таки тоже интересные такие моды были. Достаточно сосед с гитарой, я помню, был. Art of Tricks. Вот это, кстати, классный мод. Мне кажется, его надо было пройти до конца. Довольно много измененных пакостей в нем. Реально хороший мод. Может, даже его как-нибудь надо переснять и полностью пройти. Реально хороший мод. Что тут еще? Вот говномод. Вот говномод. Тут мод с глюками жесткими. Да, я много видел модов, где можно рисовать текстурами вот такими вот. Так себе мод, цена завышена, да, я помню. Месяц соседа и Новый год. Вот тут новогодние моды у нас уже начинаются идти. О, старая новогодняя заставка, да, к сожалению. Удаленное видео попало, поэтому качество тут немного плохое. 24 декабря 2020 года. Здравствуйте, с вами. Конечно, тот выпуск больше просмотров набрал, чем мы тут видим. Но здесь тоже вполне немало. Максимадзе, и мы сегодня продолжаем. Да, этот мод лучше. Этот мод про Вуди в роли соседа лучше, чем то, что мы видели в 4 выпуске. А это уже 13 выпуск. 13. Я боюсь это число, но блин. Выпуск довольно неплохой получился. Почему, кстати, канал Лёхи я рекламировал, который уже давным-давно не было никаких видео. О, да, этот мод новогодний вполне неплохо выглядел, на самом деле. Он снежочек. Очень хороший мод. Есть недостатки, конечно. Вот, я о том же сейчас говорю. Мод хороший, мне понравился. Так. Неужели кукурузу пью? Красивая музычка, да, достаточно. Смотрим дальше, какие еще интересные моды у нас были. О, вот этот мод мне очень понравился. Вот этот мод мне реально прям понравился. Я даже обновил ссылку, по-моему. Давайте проверим. Да, я обнаружил этот мод. Он удалил его с Яндекс.Диска. Как и многие другие моды, на которые я оставлял ссылку не от себя, а от авторов этих модов самих. И поскольку почти все они удалялись, я принял решение, что буду сам загружать эти моды на Яндекс.Диск и буду заливать ссылку, чтобы они не пропадали. У меня, я-то точно не удалю. Я, короче, откопал и загрузил заново, переделал ссылку. Да, во-первых, вот этот мод мне реально очень понравился. Это было 30 декабря. Канал Максимадзе. И... Очень включать время, хорошее новогоднее настроение, поэтому сегодня... Во-первых, очень красивые картинки, очень красивые декорации, кстати, очень красивая музыка. Там его прислал Никита Логин. Он же Купан Плей, да, а сейчас у него какой-то другой ник. Блин, это красота вообще, вот этот мод мне реально нравится. Вообще классно выглядит, серьезно. Спасибо тебе, с наступающим Новым годом. Не знаю, такой Манкей. Вот, музычка хорошая здесь тоже. Игорь Чем. Он уже не первый раз в наших роликах. Не знаю, кто это, может, Кот Бориса, может, нет. Это сам по себе. Очень красивая музыка, вот прям реально. Мне очень понравилось. Здесь тоже эта музычка играет. Очень красивые вот новогодние украшения. Вот это реально. Один из моих самых любимых новогодних модов. Вот реально. Хороший прикол. Я бы ему галочку поставил, серьезно. Но тогда я еще не оценивал моды, так. О, да, я просто восхищаюсь этим модом. Вот это классно. Ну а этот мод. Вы, наверное, множество из вас знает. 13 тысяч просмотров.
новогодний мод, который я полностью прошел, он был полный. И, собственно говоря, поэтому... забыл лайк поставить. Но автор... Я разговаривал с автором этого мода, он просил меня не рассказывать никому пароль от этого мода. Потому что он боится, что там вуди перекрашены под новогодний костюм. Он боится, что другие модеры украдут текстуры. Блин, надо было ему сказать, чтобы он лайт-версию выпустил, где... которая отличалась бы тем, что в Вуди не было бы таких костюмов, чтобы ее бесплатно... Ну, точнее, просто бы скачали, взяли и все. Надо было предложить ему такую идею, не додумался что-то. Да. Я, к сожалению, ну а для некоторых, к счастью, немного не сдержал часть договора. Некоторым рассказал пароль, потому что... В комментариях писали люди, что не смогли до него достучаться, он на сообщение не отвечает, там что-то такое. Поэтому я некоторым рассказал пароль от него. Ну, пароль там на самом деле максимально простой. Дам вам небольшую подсказку. Пароль состоит из двух слов на английском. Убить и пароль. Вот так вот. Password. Слитно. Вот так. Да, я опять не сдержал часть уговора, но я думаю, что автору мода уже пофигу будет. Давайте его посмотрим. Дорогие друзья, дорогие подписчики. О, я в этой рубашке. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Сегодня очень красивый мод, действительно. Музыка... Вот, из-за вот этих текстур он не хотел. Не очень это радует. Музычка из той версии для Android, кстати, играет новогодний. И автор тут действительно частично пытался пародировать ту самую версию. Но у этого мода, конечно, есть недостатки. Вот лучше бы вот эти венки он бы на дверях не делал. Чисто изменил. Потому что когда происходит анимация, они пропадают. И это, ну, как-то... Конечно, украшение для дверей это хорошо, но... Есть такая поговорка, когда что-то делаешь, то делай это либо хорошо, либо не делай совсем. Вот это тот самый случай. Лучше бы он их даже бы тут не добавлял. Украшения появились. В остальном все прикольно. В аптечке, я помню, целый час выпуск. Мамаша, которая в виде статуи стоит, ну так очень красиво выглядит мод, вот реально. Тоже один из самых популярных модов на канале. А что тебе не нравится-то? Вон горы красивые. Да, прикольно. Кстати, вышел он 31 декабря. Но это был не последний выпуск в этом году. Последний выпуск это было новогоднее поздравление уже от меня и подведение итогов года. Первый мод. Да, кстати, Новый год отметил и не очень хорошо. Разногласия были. Там его грязью начал поливать настроение всем этим. Ага. На который я собираюсь купить хромакей. Последний, да, вот тут я говорил о том, что я собираюсь купить хромакей и уже вскоре купил. Вот это последний выпуск со старым оформлением канала. С вами интернет-канал Максимадзе. И сегодня в нашей программе вы увидите... Сегодня в нашей программе вы увидите. Сейчас скажу почему. Это последний выпуск. 18 января. Последний выпуск со старым оформлением. И вот уже следующий выпуск. Это первый выпуск с современным оформлением. Давайте посмотрим на него. Интро немного отличается от того, что сейчас. И даже не... И вовсе не из-за экранчика, там начало самое отличается немного. Здравствуйте! Да, самый первый фон с хромакеем выглядел вот так. Он был более таким ярким, контрастным. С вами интернет-канал. Сейчас вы видите экран. Экран с этого года появился. И это вновь. И поздравить с новосельем. С этого дня мы будем встречаться вот в этой новой, красивой студии. Очень красивой студии, да. Что у нас тут еще? Говномоды 2. Но они меньше уже просмотров, конечно, много набрали. А, ну и, впрочем, из-за того, что тут на удаленное видео опять же попало.
Но в этом выпуске смешные моменты были. О, вот мы прямо на него и переключились, кстати. Попытка сделать порт еще мод был. Даже много просмотров набрал достаточно. А, так, тут еще фон по-прежнему тот же самый первый. Разве что логотип более качественный стал. Порталы. Что у нас тут еще про порталы? Когда это портал, вот Social Media Love Production, кстати, выкладывали эту модификацию. Ходить по комнатам. Она была на русском языке, но у меня была на английском. Я на русском почему-то не нашел. Слушайте директора. Альфа-версия будет возвращается. Это, кстати, самый, наверное, первый вообще мод на КДСЦД. Его можно у них в группе найти. Ну, если вы, конечно, не улетели в черный список за то, что вы подписчик канала Максимадзе. Но, впрочем, тут есть на него ссылочка, тем не менее. Поэтому вам не придется нигде его искать в группе. Здесь уже вторая версия этого фона. Да, здесь вебка, правда, слишком большая была. На 23 февраля. Фон стал таким, как сейчас, но логотип был еще без этого красного фона позади себя. Он был, так сказать, прозрачный без этого красного круга внутри. Это уже потом, начиная с марта, мы видели фон, к которому и мы уже более привыкли. О, это на 8 марта уже выходило. Только моды какие-то не соответствуют этому празднику, если честно. Да, я рекламировал канал, он вам не утек, но он правда переименовал его в Дюхач, а потом вообще удалил, по-моему. И, собственно говоря, я после этого удалил все ссылки на этот канал, потому что нафига. Пакость за пакостью, что-то там еще, перемешка модов. Говномоды 3, новая подборка говна. Название прикольное, конечно. Ну и тут, в принципе, постепенно моды начинают с каждым годом, с каждым разом скатываться. ФНАФ, вот за этот выпуск меня жестко раскритиковали. За то, что я там сказал, что мне не нравится ФНАФ, что там уродливые персонажи. Я так считаю, реально, они выглядят как-то странновато. Ну, даже для демки. А меня там жестко вообще критиковали потом за это. О, вот пью, блин. У меня эта бутылка до сих пор есть. Ну, знаете, мне, честно говоря, не понравился. Минус. Да. О, кстати, слушайте, давайте посмотрим первый выпуск, где появились эти оценки. В каком выпуске впервые появились оценки, правда, я не помню. Тут, что ли? Давайте проверим. По-моему, не здесь еще. Вот такой вот. Я точно помню, что там один из них это была. Давайте этот посмотрим. Блин, в каком моде оценки впервые-то появились? Я что-то не помню. В этом, наверное. Во, в этом. Я тут даже плашка это была показана. Подписчик. Анонс этих самых знаков, вот. Называется, когда пока было только создано на тот момент три знака. X2. Получился никакой. А вопросительный знак знаю, в этом выпуске имел звук плюс-минус еще тогда. Что у нас тут еще? Какие новогодние моды еще у нас тут есть? Вот следующий новогодний мод. 31 декабря 2021 года уже вышел. Довольно неплохо. О, елочка. Ну, вы сейчас тоже видите елочку. Но здесь она покрасивее, что ли. Что ж, идем. Надеемся на новогодние удачи и приключения. Да, я тут в шапке, кстати. Но нет. Чтобы наиболее соответствовать. Спускается. Наверное, я тоже шапку надену в более новогодних выпусках. Может, даже куртку надеть, не знаю. Ну, елка мне определенно нравится. Поставлю этому моду галочку. Мне довольно неплохой мод, но все же то, что было в 2020, мне понравилось больше.
Ну, мод с новым интерьером, непонятный мод. Ну, короче, со временем моды становились все скучнее и скучнее. Так, вот это... А вот это я говорил, что я нашел обновление, потерянное обновление Woody возвращается, что там некоторые ошибки исправили. Но некоторые из них я, правда, исправлял сам. Еще, кстати, мне вот такой мод понравился. Пчелы захватывают мир. Вот тут у меня фантазия уже пошла. Потому что я тут видел давай вот эти оранжевые да. фигни. И я такой говорил, смотрите, это мед. Пчелы будут захватывать мир. Блин, это вообще класс был. Что у нас тут еще есть? Говномоды 4. Мемный мод. Скатились моды. Да, моды скатились. Там название написано сверху. Что если и мод без названия? Вот реально, в последнее время моды неинтересные уже становились. И поэтому мне уже поднадоело как-то их снимать. Все время мне их присылают довольно-таки много, я все время подзабываю какие-то. Я даже принимал уже решение завершить эту рубрику после сотого выпуска, но я думаю, что пока... Думаю, мы ее продолжим. С 1 января мы продолжим эту рубрику, так сказать, начнем новый сезон. Ну, мне кажется, ну, наверное, выпуски будут немного реже выходить. Но прекращать эту рубрику я не хочу. Но, скорее всего, следующий год будет последним для этой рубрики. Потому что, ну, реально, как-то уже наскучило это снимать. Неинтересные моды уже реально стали присылать. Потому что сделать очень много неинтересных модов. Потому что сделать достойный мод очень-очень сложно. А какой-нибудь простой... Вообще легко. Я бы даже сам смог бы сделать, но мне как-то не до этого было все это время. Так давайте его спрячем, чтобы... Чтобы не было двух максимадзе перед вами. Так что вот так вот. Вы меня еще спрашивали, а какую можно придумать достойную альтернативу к модам на КД соседа? Ну, можно было бы Hello Neighbor, но на Hello Neighbor моды делать очень-очень-очень-очень сложно. Очень-очень сложно, не каждому под силу. Я бы вот чтобы точно я бы забыл, прям был бы предложил. Карты для Майнкрафта. Вот карты для Майнкрафта, вот это... Вот их я бы с удовольствием бы снимал. Мы с Андреем, мы сняли несколько карт уже на прохождение. Игорь Че 3 карты прислал, мы их снимали. Если вы делаете карты для Майнкрафта, тоже присылайте мне, обязательно пройдем. И мне кажется, вот это тоже была бы неплохая рубрика. Но, к сожалению, я вижу, что вам Майнкрафт не особо-то интересен. Но, впрочем, пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу, по картам Майнкрафт. Ну, а на сегодня предлагаю закончить. Мы наиболее интересные моды посмотрели. Прошлись по истории этой рубрики. Дошли мы до сотого юбилейного выпуска. Это последний выпуск по модам на КД соседа в этом году. Следующий выйдет только 1, скорее всего, января. На сегодня все. С вами Сликос, подписывайтесь, меняя эпичные видосы, подписывайтесь на мой стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте и всем пока.